Привет и слава Украине! Смерть российским оккупантам, слава ЗСУ, которые делают эту смерть этим российским оккупантам. А российские выродки бежали из-под Киева, из-под Чернигова, из-под Сум, из-под Харькова. И этот бег будет продолжаться, россияне. Да, они еще отправляют российских молодых мужчин на смерть в Украину, но кое-что начинают уже понимать. Им кобзда. Выродки российские, валите в свою Рашу. Направление движения мы давно уже определили. Крейсер «Москва» уже достиг конечного пункта. Евна поиште, кляти оккупанты. Вылупки российские. Падлы, я бы даже сказал, не падлы, а российские подлюки. А вы за каждую разрушенную постройку на территории Украины заплатите. Что мне хочется сказать? Те, кто этим недоволен, этим процессом бегства и уничтожения российской армии, хай поцелуют собаку в сраку. Позиция Украины сейчас такая, что, эй, дорогие наши западные партнеры, хватит размышлять на тему каких-то гибридных европейских интеграций. Мол, мы сделаем, как говорит Макрон, специальную какую-то формулу для Украины. Только полноценное членство, Европейский Союз и НАТО. И если так будет продолжаться, то на Западе сами будут говорить, слушайте, без Украины как-то грустно, потому что это самая уверенная в себе страна и самая сильная армия. Вот такая вот фигня. Малята. Сталося на геополитической карте. Украина була, є і буде. Чао!